да, хочу прям. Куда бы мы ни пошли, куда бы вы ни пошли, вы везде увидите траву по пояс. Поликлинику заснять. Я тебя, иди. Смотри, дорожка тут опасная. Нельзя идти просто так. Хотела снять. Просмотр, ну, да? Да. Какая разница? Да? Ну. Просто можно будет, когда мы пустим, к примеру, да? А, потом можно взять. Можно будет оттуда кадры, допустим. Да, да, да. Опа, да. Лиза, это один кадр. Да, да, да. Один кадр вырезать там оттуда. Кому-то что-то не хватает. А мы пойдем налево. И это все центральная улица. Пончики свежие у вас? Что, возьмем? А с чем они? Один с шоколадом, ты что будешь? И один с сгущенкой. А ты будешь булочку или нет? Давай, и булочку одну за 17, вот которая. Слойка. Не-не-не, два пончика и булочку. Да. Ладно, что я снимаю, да.
шоколадом какой? Вот это. Сейчас сядем, перекусим пончиками. Булочками. С гранатовым соком. Вот как раз лавочку сейчас тут найдем во дворе. И на солнышке погреемся. Грязь, правда, везде после дождя. Давай. Не, на меня хоть чуть-чуть сними, а то все, ты в кадр попадаешь. Пахнет как. Понюхаешь? Mm-hmm. Не хочешь? Запах не большие. Что, идем дворами? Или туда вверх? Идем туда, на вот еще. Кто понимает, а не оценивает. Кто не понимает, обрывают. Только пионовы там растили, красивущие, красные были. Ну, знаете, на халяву и уксус да, сладкий. Ну да. Да, да, да. А мы вчерашнее видео с этим соединим? Да, нет. Нет? Слишком много, да? Да, два видео будет. Да. Входим, входим. Это было, наверное. Всё. Да, идёшь, правда, как... по полю где-нибудь. Ну, я вижу. Где-нибудь не в лесу, а как? Ну, ощущение не того, что ты в микрорайоне в спальном. Да, не был бы.
под каким деревом у нас кошки? Что? Нету. Нету. Под этим деревом.